субботу, 14 марта, хоккейный клуб «Саров» в рамках плей-офф чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги в ответном матче примет на своем льду команду «Старт» из Таншаева. В соответствии с протоколом заседания штаба при правительстве Нижегородской области об эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией и принятых мерах по предупреждению распространения инфекции на территории Нижегородской области матч будет проходить без болельщиков. Канал 16 проведет прямую трансляцию встречи на нашем канале в YouTube и группе ВКонтакте. Начало в 13 часов.